В прошлый раз мы начали с вами рассматривать два основных метода получения интерферирующих волн. Один из этих методов мы рассмотрели с вами практически полностью. Называется он метод деления фронта волны. А вот что касается метода деления амплитуды, то мы остановились, я бы сказал, на, ну если не самом интересном, то, в общем, достаточно важном этапе. Я напомню, что мы с вами начали рассматривать плоскопараллельную пластину как пример соответствующего использования метода и показали, что оптическая разность хода лучей, которые отражаются от различных поверхностей пластины, равняется. Эта оптическая разность хода оказалась равна 2N2D косинус тетта. Я напомню, что тетта – это угол преломления тех волн, которые проникают внутрь пластины, d толщина пластины, N2 показатель преломления вещества, из которого сделана сама пластина. Причем соответствующая толщина вдоль пластины варьируется, если и варьируется, то варьируется таким образом, что меняется меньше, чем на 10⁻² в крайнем случае 10⁻⁰ длинной волны. То есть это слабое изменение толщины пластины. И мы с вами показали, что, оказывается, интерференционная картина может возникнуть в бесконечности, то есть локализована в бесконечности, а это означает в том числе и фокальной плоскости линзы, которую я могу использовать для наблюдения этой картины. Причем эта картина усиливается в случае, если растет соответствующие линейные размеры растут источника, то есть он становится у нас протяженной. Другими словами, картина не замазывается, а только усиливается. Коль скоро соответствующая интерференционная картина от каждого точного источника, этого протяженного источника, оказывается, совершенно одинаковую пространственную структуру имеют, они накладываются и усиливают друг друга. Это, надо сказать, одно из основных отличий метода получения интерферирующих волн, метода деления амплитуды от метода деления фронта, где прямо противоположная, так сказать, ситуация. Сейчас мы рассмотрим с вами случаи, когда толщина пластины не выдерживается постоянной вдоль пластины. И чтобы было понятно, к чему это приводит, мы рассмотрим ситуацию, когда пластина такая, что слабо меняется соответствующая толщина пластины D вдоль самой пластины. Причем изменения такие, что соответствующие волны от протяженного источника, в общем случае протяженного источника, падая на поверхность этой пластины, оказывается в тех областях поверхности пластины, которым соответствуют заметно разные толщины. И вот вариация толщины в этом случае, она оказывается порядка или больше, чем длина волны. Это означает, что наблюдать на бесконечности интерференционную картину не удастся, потому что от одних источников точных этого протяженного источника будет одна интерференционная картина, а от других оказывается совсем другая, сдвинутая в пространстве, так как в одном из направлений получается совершенно другая оптическая разность хода. Но оказывается, что и в этом случае можно наблюдать интерференционную картину. Просто выясняется, что она локализована совсем в другой области пространства, не на бесконечности. Давайте посмотрим, что же происходит с оптической разностью хода, если мы будем переходить от одного точного источника к другому. Итак, вариация оптической разности хода двух интерферирующих волн, которые порождаются благодаря отражению от разных поверхностей пластины, она будет равна. Эта вариация может быть вызвана тем, что у нас волны попадают в область поверхности, где другая толщина, или же падают под разными углами к соответствующей поверхности. Значит, 2N2 надо умножить на вариацию того, что осталось, то есть произведение d на косинус тетта. Это означает, что это 2 слагаемое будет косинус тетта на дельта d. Ну и взяв производное косинуса, получаем синус тетта и вариация угла, соответственно,
тетта. Ну и тогда сразу же возникает мысль, как сделать так, чтобы, переходя от одного точного источника к другому, соответствующая вариация была минимальна. Это означает, что эти два слагаемых должны минимальными быть по своей величине. Этого можно достигнуть каким образом? Надо рассматривать такую область поверхности, соответствующего клина, чтобы вариация толщины была минимальной, а желательно практически равной нулю. Это означает, что я должен рассматривать соответствующие волны, лучи которых попадают в одну и ту же практически область на поверхности этого клина. Другими словами, здесь она падает, например, таким образом, а в этой области вот таким образом. Но тогда возникает вариация угла падения, а значит вариация соответствующего угла преломления. А нам желательно, чтобы и вторая часть этого выражения, то есть второе слагаемое, было минимально. Это можно достигнуть следующим образом. Либо рассматривать лучи, которые падают практически перпендикулярно поверхности, и тогда синус тета будет близок к нулю. Либо соответствующая вариация угла падения, угла фи, а значит и угла тета тоже была как можно меньше. Вот этим мы с вами и воспользуемся. Итак, что же произойдет, если я буду рассматривать волны, которые падают практически перпендикулярно поверхности вот этой самой пластины, у которой несколько скошены друг относительно друга эти поверхности, а значит, есть заметное изменение толщины вдоль пластины. Если я рассмотрю соответствующую волну, такую, что она падает практически перпендикулярно, то понятно, что отражаясь от соответствующей верхней поверхности, она возвращается в ту же сторону, где находится точный источник. В то же время эта волна проникает внутрь соответствующей пластины, отражается от второй поверхности, но так как она наклонна, она разворачивается в пространстве, наклон достаточно мал, но это приводит к тому, что соответствующий луч или волна, которая соответствует этому лучу, развернута в пространстве по отношению к тому лучу, который отразился от первой поверхности. И видно, что эти два луча расходятся. И вот именно для этих двух лучей, для этого источника, и можно записать вот ту самую оптическую разность хода. Давайте посмотрим, где же пересекаются эти лучи, описывающие распространение двух волн. Видно, что пересечение в области расположения самого клина. Как правило, это практически внутри клина. Вот в этой области. Если эти две волны я с помощью оптической системы соберу в одной области пространства, ну, например, с помощью глаза, который адаптирую на область клина, это означает, что у меня эти два луча, или две волны, которым соответствуют эти два луча, соберутся на сетчатке глаза. И именно в этой области пространства и произойдет интерференция этих двух волн. То есть, другими словами, эта область пространства – это некая плоскость, так сказать, источников, или, как вы знаете, предмета или предметная плоскость, а ей сопряженная, соответствующая, будет плоскость в глазу или в оптической системе, где будет соответствующее изображение вот этой области. Другими словами, можно сказать, что произойдет локализация соответствующей интерференционной картины именно вот в этой области, не на бесконечности, а в области расположения самой пластины. Если я рассмотрю другой точный источник и рассмотрю опять же лучи, которые идут под малыми углами к нормали к поверхности этого клина, то легко убедиться в том, что и они локализуются в этой области пространства. И для этих различных пар лучей соответствующая вариация толщины будет маленькой очень. То есть вклада от этого слагаемого практически не будет. Или во всяком случае вклад этот будет гораздо меньше, чем лямбда пополам. Второе слагаемое тоже будет достаточно малый, либо потому, что соответствующий угол близок к нулю тетта, ну, угол падения фи или угол преломления тетта, или потому, что можно будет рассматривать соответствующую малую вариацию
углов падения, а значит, углов и преломления. Ну, каким образом возникает, так сказать, восприятие малой вариации, это мы несколько позже убедимся. На самом деле все довольно просто объясняется, потому что оптическая система, в том числе и глаз, который регистрирует эту картину, имеет конечную линейную, а значит, угловую апертуру. Это означает, что не все лучи, которые попадают в эту область пространства, будут зарегистрированы оптическим прибором, а только те, которые попадают в соответствующий створ, так сказать, этого самого прибора. Это позволяет резко уменьшить вот эту вариацию угла преломления, а это означает, что удовлетворить условию, при котором вариация оптической разности хода оказывается меньше, чем лямбда 0 пополам. А это означает, что эти точные источники протяженного источника, которые дают вклад в эту интерференционную картину, они будут ее усиливать. Ну а теперь давайте подведем некий итог принципиальный этого метода получения интерференционных пучков. Мы сейчас сравним в виде таблицы, которую мы начали с вами уже внимательно рассматривать, для этих двух типов методов получения интерференционных пучков, интерферирующих пучков. Итак, метод деления волнового фронта мы с вами уже рассмотрели. Теперь метод деления амплитуды. Первое существенное отличие, которое от метода деления волнового фронта, это то, что соответствующее расстояние между вторичными источниками или же соответствующий угол интерференции и угол сходимости интерферирующих лучей близок к нулю. Но действительно, раз мы здесь требуем малой области поверхности, такой, чтобы у нас практически не менялась толщина пластинки, это означает, что соответствующий угол, под которым пучок от источника попадает сюда, он, так сказать, достаточно малый. Имеется в виду соответствующий угол интерференции от данного конкретного источника. Локализация этой картины. Если в первом случае она была вообще не локализована, можно было ее наблюдать в любой области пространства, где образуется соответствующая интерференционная картина, она образуется практически везде, где пересекались соответствующие волны. Главное только, чтобы соответствующая разность хода была меньше, чем длина когерентности. То здесь, оказывается, соответствующая картина локализована. В случае плоско-параллельной пластинки на бесконечности или же фокальной плоскости соответствующей линзы, с помощью которой я наблюдаю эту картину, либо, как видите, в области расположения соответствующего клина, или же практически параллельной пластинке, но все-таки с переменной толщиной, в области расположения самой пластины. Теперь образование интерференционной картины. Если в первом случае, в первом методе, она образовывалась по существу только от каждого точечного источника, принадлежащего протяженному источнику, и включение дополнительных точечных источников могло только привести к размазыванию картины, то здесь ситуация совсем не такая. Добавление дополнительных источников точечных приводит к тому, что картина усиливается. То есть она не размазывается. Это означает, что интерференционная картина образовывается практически всеми точными источниками протяженного источника, или, как говорят, светящимися точками протяженного источника. Интенсивность картины, как правило, велика. Увеличение размеров источника не ухудшает видимость этой интерференционной картины, что очень хорошо. А вот увеличение ширины спектра или увеличение разности хода или же времени задержки для интерферирующих лучей все равно приводит к ухудшению видимости, точно так же, как это происходит в случае метода деления волнового фронта. Ну вот эти два метода, которые, как говорится, реализуются, как правило, в эксперименте, которыми можно пользоваться для наблюдения интерференционной картины. Мы с вами коротко рассмотрели соответствующие реализации методов деления фронта,
Точно так же в прошлый раз мы с вами посмотрели, как работает интерферометр Жемена и интерферометр Маха-Цендера. Хочу только обратить ваше внимание, что на сайте есть не только схемы этих интерферометров, но и краткое описание их работы, поэтому можно обратиться к сайту и внимательно прочесть про эти особенности, про особенности работы этих интерферометров. А теперь мы с вами обратимся к очень интересному случаю. Этот случай можно условно назвать следующим образом. Интерференция при естественных условиях. Ну, можно добавить в тонких пленках. Хотя мы сейчас докажем, что это необходимые условия наблюдения интерференции при так называемых естественных условиях. Что значит естественные условия? Естественные условия – это означает использование источников света, которые предоставляет по существу нам сама природа. Обычно это источники света, это рассеянный свет или солнечный свет, или, если хотите, можно попытаться пооперировать и лунным светом. Но эта ситуация, как правило, такая, что линейные поперечные размеры источника оказываются порядка расстояния от этого источника до той области пространства, где образуются вторичные волны. Либо одним методом, либо другим методом. Другими словами, это протяженные источники. И еще одна характерная особенность этих источников – это не монохроматические волны. Это означает, что соответствующая ширина спектра оказывается порядка или не намного меньше, чем характерная частота или, как говорят, несущая частота этого спектра. Вот давайте попытаемся понять, к чему же приводят вот такие вот условия использования естественных источников света. Для того, чтобы наблюдать интерференцию, я напомню, необходимо удовлетворить двум условиям. Во-первых, условию пространственной когерентности и временной когерентности. Пространственная когерентность – это означает, что соответствующее расстояние между вторичными источниками, которые порождаются одним из методов, должны быть меньше, чем соответствующий радиус или, как еще говорят, ширина когерентности. Ширина когерентности, я напомню, мы с вами получили, равняется лямбда поделить на, соответственно, омега, где омега – это угловой размер источника из области расположения вторичных источников. Или же можно записать, это есть поперечный размер источника, деленное на r большое, где r как раз – это не что иное, как расстояние от протяженного источника до той области пространства, где порождаются интерферирующие волны. Это соотношение или требование, или условие, необходимое для наблюдения интерференции. Это требование достаточной пространственной когерентности для волн, порождаемой протяженными источниками. Но можно написать это условие еще и другим образом. Если левую и правую часть я поделю на r большое, то слева я получу d на r, я напомню, что это есть как раз угол интерференции, ДК на R – это есть максимальный угол интерференции, при которой наблюдается интерференция. Ну, а здесь получается лямбда поделить на S. А теперь вернемся к вопросу о том, что такое естественный источник. Если S малое, то есть поперечные размеры порядка R большое, то смотрите, что получается. Получается, что расстояние между двумя вторичными источниками должно быть порядка длины волны, а лучше меньше. Это означает, что я должен получить соответствующие волны методом деления амплитуды, но не методом деления фронта, потому что метод деления фронта – это как раз разнесенные две точки, два вторичных источника, разнесенные в пространстве. Не можем мы их разнести дальше, чем на долю длины волны. Отсюда сразу получается, что это только метод деления амплитуды. Ну, примерно то же самое следует утверждение из второго соотношения, потому что они полностью эквивалентны. В данном случае S величина достаточно большая, это метры, как правило, лямбда – это доли микрометров. Ну и теперь представь себе, чему равняется максимальное значение угла интерференции. То есть это означает, что действительно можно сработать только соответствующий метод деления амплитуды, но не фронта волны. Теперь второе условие. Второе условие – это достаточная степень временной когерентности. Это означает, что время задержки должно быть меньше, чем соответствующее время когерентности.
А время когерентности, я напомню, пример равняется 2π поделить на дельта омега, где дельта омега – ширина спектра. Давайте домножим на несущую частоту и поделим на несущую частоту. Тогда получится соотношение омега 0 деленное на дельта омега, а 2π поделить на омега 0 – это и есть соответствующий период колебания в случае несущей частоты. А теперь посмотрим то самое условие, так называемое естественное. Если дельта омега порядка омега 0, или только несколько, может быть, меньше, скажем, раза в два, в три, это означает, что время задержки должно быть, но точно меньше, чем нескольких периодов колебаний, всего-то. Давайте все это запишем на языке соответствующих разности хода интерферирующих лучей. Домножим все на скорость распространения волны. Тогда слева будет разность хода, здесь будет длина когерентности, ну и, соответственно, получим то самое соотношение омега 0 деленное на дельта омега, а здесь будет, соответственно, длина волны. Отсюда опять переходим к неутешительному выводу. Разность хода должна быть порядка длины волны, ну, несколько, ну, максимум 10, если соответствующий спектр естественного излучения, ну, хоть как-то узковат, так сказать. Ну, скажем, третья часть от характерной несущей частоты, что характерно, скажем, для солнечного, в том числе, излучения. А если это так, то смотрите, что получается. Длина волны – это примерно характерная для видимого диапазона 0,5 микрометра. А это означает, что соответствующая разность хода, ну уж во всяком случае, не больше, чем несколько микрометров. То есть, другими словами, наблюдать интерференцию при естественных условиях можно только в тонких пленках, толщина которых меньше порядка 5 микрометров. Итак, это первый вывод. Нужны тонкие пленки. Второй вывод, к которому мы с вами пришли, метод получения должен быть метод деления, соответственно, амплитуды. А это что означает? Это означает либо случай плоскопараллельной тонкой пленки, либо случай тонкой пленки переменной толщины. Спрашивается, и где же вы наблюдали в естественных условиях тонкие пленки порядка нескольких микрон постоянной толщины? Да еще с точностью доли 10⁻¹, 10⁻², от длины волны. Я бы сказал так, практически нигде. А это означает, остается только один способ. Наблюдать так называемые полосы равной толщины вот в том самом случае, который мы с вами в начале лекции рассмотрели. Когда соответствующие волны или лучи, описывающие распространение этих волн, падают в одну и ту же область поверхности этой самой пленки, и мы с помощью оптической системы, адаптировав, так сказать, эту оптическую систему на эту область, наблюдаем, соответственно, интерференционную картину. Осталось только выяснить только вот какой вопрос. А вот вариация соответствующего угла падения, а значит угла преломления, вот эта малость вариации, достаточно, чтобы наблюдать эту интерференцию или нет? Итак, вот она, эта тонкая пленка. В общем случае она переменной толщины. Здесь есть протяженный источник. Мы адаптировали с помощью, например, оптической системы под названием глаз. Адаптировали эту оптическую систему в область расположения вот этой самой пленки. И тогда это означает следующее, что все волны, а я сейчас буду рисовать лучи, которые описывают распространение этих волн, все волны, которые попадают на эту область тонкой пленки и отражаются от соответствующей поверхности первой и второй поверхности, вот из всех этих волн я регистрирую только те, которые попадают в соответствующую угловую апертуру моего глаза, моего прибора. Давайте оценим ситуацию. Итак, расстояние, на котором находится мой прибор, ну, например, 4 метра. Я бы сказал, для расположения лужи по отношению к человеческому глазу вполне приличное расстояние. Подойдешь ближе, тебя еще машина и обрызгает. Итак, 4 метра, характерное расстояние. Диаметр зрачка
глаза. Ну, для нормального человека в нормальном состоянии это 4 миллиметра, то есть 4 на 10 минус 3 метра. А теперь давайте посмотрим вариацию оптической разности хода. Итак, 2N2 оставим в покое. Там у нас еще косинус тетта на вариацию толщины, минус синус тетта на D и на вариацию угла тетта. Вот этим мы сейчас с вами заинтересуемся. Во-первых, первый слагаемый изымаем. По той причине, что мы специально своей оптической системой настраиваемся на очень малую область поверхности этой пленки, где пленка практически не меняет свою толщину. Поэтому это слагаемое пропадает. Значит, то, что остается нам сделать, а нам надо оценить интервал изменения соответствующей оптической разности хода, то есть это изменение, так сказать, по абсолютной величине нас интересует, оно, оказывается, будет примерно равно 2n2 синус тетта на d и на модуль вариации угла тетта. А дальше действуем таким образом. Это выражение уж во всяком случае меньше или равняется, и я вместо синус тета поставлю единицы. Я могу использовать вместо дельта тета в хорошем приближении, и поэтому поставить меньше или примерно равно. Поставить вариацию соответствующего угла падения. На самом деле эти вариации две не связаны однозначно через тангенсы углов. Но углы, которые используются обычно при наблюдении соответствующей пленки, оказывается, что отношение тангенсов близко к единице. Поэтому примерно равняется и получается 2n2 умножить на d. А что такое вариация угла фи? Так это вариация угла падения или соответствующего угла отражения. А эта вариация, это и есть не что иное, как отношение диаметр зрачка, деленное на расстояние от этого зрачка до той области пленки, которую мы с вами рассматриваем. А это означает, что мы сразу же можем оценить эту величину. N2, как правило, порядка 1,5. Толщина, будем считать, 5 микрометров. Диаметр зрачка 4 миллиметра, расстояние до пленки 4 метра. Ну а теперь давайте посчитаем, что же у нас получается. У нас получается 1,5 умножить на 10 минус 8 метра. Но теперь становится ясно, что эта величина заметно меньше. Я бы даже сказал, настолько заметно, что гораздо меньше, чем длина волны делить пополам. Потому что эта величина 0,25 на 10 минус 6. Другими словами, получается, что благодаря вот этой оптической системе под названием в данном случае глаз, а мог использовать соответствующую трубу какую-нибудь оптическую, я уменьшаю вариацию соответствующего угла настолько, что ко мне попадают только те лучи, которые действительно будут интерферировать, и от различных точек светящихся протяженного источника будут только усиливать картину. Давайте с вами посмотрим сейчас соответствующую демонстрацию, которая показывает, что действительно в случае естественного источника света, а в качестве естественного источника света у нас будет выступать. Так, погасить? Погасить надо? А, не надо, хорошо. В качестве естественного источника света это рассеянный свет, как видите, от лампы, с широкой, так сказать, шириной спектра. Ну, а в качестве пленки будем использовать мыльную пленку, знакомую вам вообще по первой лекции. Но, по-моему, есть смысл еще раз, так сказать, посмотреть это интересное явление. Сама пленка образуется, Юрий Лазаревич? Да. И она не образуется. Образуется.
Вот теперь образовался. Итак, внимательно наблюдайте, что мы видим. Сейчас, соответственно, оптическая система под названием камера как раз адаптирована в области расположения пленки. Ну, давайте еще разок. И мы наблюдаем как раз в области расположения пленки соответствующую череду, так сказать, полос интерференционных. Причем разного цвета, поскольку у нас источник очень широкий в частотном спектре, очень широкий источник. Такой, что дельта омега порядка несущей частоты. Вот это конкретный пример наблюдения интерференции при естественных условиях на тонких пленках. Все, спасибо. Ну а теперь перейдем к следующему рассмотрению, чрезвычайно важному, который называется многоволновая интерференция. До сих пор нас интересовала двухволновая интерференция в различной, так сказать, реализации. Почему возникает необходимость перейти к рассмотрению многоволновой интерференции? Одна из причин заключается, и, пожалуй, самое важное, в том, что так называемые интерферометры, которые мы неоднократно уже здесь демонстрировали, они используются для анализа соответствующих волновых полей. Как правило, правильно для спектрального анализа. Это означает, что чрезвычайно важно интерференционную картину фиксировать, любые изменения этой интерференционной картины. Ну, например, сдвиг соответствующих полос. И чтобы зафиксировать сдвиг этих полос, до сих пор у нас расстояние между максимумом интерференционной картины, потому что это была ширина интерференционной полосы. Потому что в соответствующей формуле двухволновой интерференции, я напомню, фигурировал космос разности фаз. То есть интенсивность меняется по гармоническому закону. А оказывается, если осуществить многоволновую интерференцию, то ширину соответствующей полосы можно сделать гораздо меньше, чем расстояние между этими полосами. Ну, скажем, на два порядка меньше. И представьте себе, насколько повысится точность в определении различного рода изменений, показателей преломнений или же свойств, спектральных свойств соответствующего электромагнитного или светового поля. Поэтому это действительно чрезвычайно важно. Ну а теперь давайте рассмотрим. Рассмотрим многоволновую интерференцию на примере плоскопараллельной пластины. Как раз это тот самый случай, когда реализуется, как вы знаете, полосы равного наклона. Опять же будем требовать, что эта плоскопараллельная пластина, она выдерживает свою толщину с точностью до долей длины волны. Как правило, это больше, меньше, чем 1/10, порядка 10⁻² длины волны. То есть порядка несколько десятков ангстрем. И рассмотрим волну плоскую, монохроматическую для начала, которая падает под некоторым углом фи, угол падения, падает на поверхность этого клина. Причем показатель преломления клина опять будет N2. Если потребуется, то показатель преломления среды, в которой находится клин, будет N1. Сами эти среды тоже обозначаются. Среда снаружи 1, среда, которая по существу есть не что иное, как вещество, из которого сделан клин, это 2. Но в этот раз мы будем описывать, раз это монохроматическая волна, хотя возможно рассмотрение квазимонохроматической волны, будем рассматривать напряженность электрического поля в комплексной форме. Обозначим волну, которая падает, это E со шляпкой. Что происходит с этой волной? Ну, вы знаете, что волна, та часть, которая проходит внутрь клина, она преломляется, соответствующий угол преломления тетта. Затем, выходя вовне этого клина, она еще раз преломляется. В соответствии с законами преломления выясняется, что направление прохождения этой волны точно такое же, как направление исходной волны. Нумерацию волн будем осуществлять следующим образом, прошедших. Это нулевая волна. Но кроме того, что часть волны проходит при встрече с первой
поверхностью раздела двух сред. Часть волны и отражается. Это отраженная волна. И тоже пронумеруем отраженные волны 0, 1, 2 и так далее. Если показатель, соответствующий отражению, достаточно высок, то необходимо рассмотреть много волн, которые последовательно отражаются от поверхностей раздела. Это означает, что нужно рассмотреть еще одно отражение прошедшей волны и соответствующую волну, которая вышла. И эта волна будет под номером 1. Надо рассмотреть еще волну, которая отразилась и вышла наружу за пластинкой, то есть это прошедшая волна. Это тоже будет номер 1. И так далее. И количество таких волн, которые необходимо учитывать в существенной мере, как мы сейчас увидим, будет зависеть от коэффициента отражения. Чем выше коэффициент отражения, тем больше соответствующих волн, отражен, прошедших и отраженных, необходимо учитывать. Наша задача заключается в том, что... и так далее. Она заключается в том, что мы должны найти напряженность электрического поля волны, которая прошла или которая отразилась от соответствующей пластины. Давайте сделаем это для прошедшей волны. Итак, эта прошедшая волна есть по счету суперпозиция вот этих вот волн, лучи которых я здесь изобразил. Итак, что же происходит с волной, которая проникает внутрь пластины? До следующего момента, так сказать, выхода из соответствующей пластины, понятно, что возникает соответствующий набег фазы. Набег фазы обозначим φ. Он будет равен К0 умножить на оптическую разность хода. А оптическая разность хода – это показатель преломления того вещества, из которого сделана пластина, на соответствующую длину пути. А длина пути – это D поделить на косинус тетта. Или же, вспомним, волновое число К0 – это есть 2π на лямбда 0. Делим на N2 числителя знаменателя, получаем 2π d поделить на лямбда и поделить еще на косинус тетта. Вот набег фазы, которая волна получает при прохождении первый раз внутри пластины. Это означает, что я кое-что могу записать сразу для соответствующей волны, прошедшей под номером 0. Во-первых, это комплексное представление падающей волны. Набег фазы, о котором... Ну, давайте сделаем последовательно. Сначала происходит проникновение внутрь пластины. Для того, чтобы записать в комплексной форме напряженность электрического поля волны, которая проникла, ведем новые физические величины, подробно которые мы будем рассматривать через примерно месяца полтора, наверное, которые называются комплексные коэффициенты. Во-первых, отражение, если речь идет об отраженной волне. И, во-вторых, пропускание, если речь идет о прошедшей внутрь вещества волне. Обозначаем их, ну, общепринятое обозначение введем. Если R – это и есть комплексный коэффициент отражения, причем отражение при попадании из среды 1 на границу раздела со средой 2 – и отражение в 1 обозначим R2. А если из 2 в 1, то обозначим R2-1. То же самое мы введем для соответствующих коэффициентов пропускания. T1-2 – это означает, волна проходит из среды 1 в среду 2. И T2-1 – это означает, что волна проходит из среды 2 в среду 1. Но кроме этих физических величин, введем еще величины, которые называются коэффициенты отражения и пропускания по энергии. И вот оказывается, что эти коэффициенты, они связаны между собой. В данном случае таким образом. Коэффициент отражения по энергии равен модуль
R1,2 в квадрате, который, оказывается, равен модулю R2,1 в квадрате. А соответствующий коэффициент пропускания по энергии равен T1,2 умножить на T2,1 по модулю в квадрате. Вот эти соотношения записаны в самом общем случае. А главное тогда, когда эти коэффициенты действительно будут комплексные. Но они не всегда комплексные. В нашем случае, если мы с вами не будем учитывать такое явление, как полное внутреннее отражение, а у нас нет полного внутреннего отражения, то эти коэффициенты все, R и T, оказываются вещественными. И мы этим как раз и воспользуемся. Другими словами, T будет равняться T1,2 на T2,1, а R будет равняться R1,2 в квадрате просто, или же R2,1 в квадрате. Итак, давайте запишем, чему же равняется в комплексной форме соответствующая напряженность для волны под номером 0, прошедшая сквозь пластинку. Во-первых, E надо умножить на T1,2. Это означает, что мы получили напряженность поля для соответствующей волны, которая проникла в эту пластину. Дальше наращивается, появляется соответствующий набег фазы, появляется экспонента со степенью минус и фи. И дальше еще раз проходит, но только уже из среды 2 в среду 1, T2,1. И в результате мы как раз и получаем, соответственно, напряженность поля в комплексной форме для волны под номером 0. Ну, давайте несколько преобразуем это. Значит, получается у нас E, дальше E в степени минус и фи, ну и умножить все на T большое, учитывая свойства соответствующих коэффициентов. Теперь давайте сообразим, чему равняется E1 со шляпкой. Итак, это есть напряженность электрического поля падающей волны, а затем опять описываем процессы, которые происходят. Значит, T1,2 коэффициент, затем E в степени минус и фи, затем R2,1, затем R2,1, это второй раз отражается от верхней поверхности раздела, и, наконец, T1,2. Ну и этого еще мало. Дело в том, что соответствующая волна 1 прошла еще дополнительный путь. Вот чтобы не считать оптическую длину пути, можно сделать таким образом. Мы же с вами посчитали в свое время оптическую разность хода для волн, которые параллельно выходят при отражении от плоскопараллельной пластинки. Вот эта оптическая разность хода. 2N2 на D косинус тетта. Это означает, что я теперь могу сделать таким образом. По сравнению с E0 я могу это нарастить, соответственно. Так, ну тогда в этом случае можно убрать E в степени минус и фи. Сейчас, одну минуточку. Нет, не могу. Нарастить это соответствующим набегом фазы минус и фи большое. А теперь запишем, чему равняется фи большое. Оставим здесь место для напряженности полей второй и так далее волн. И запишем, чему равняется фи большое. Итак, фи большое – это соответствующая набег, разность фаз для двух этих волн. Она равна К0 умножить на оптическую разность хода, или же 2 на пи на лямбда 0, 2N2D косинус тетта, ну или же, наконец, 4 пи, поделить просто на лямбда, умножить на d и умножить на косинус тетта. Вот чему равняется фи. Разность фаз между соответствующей первой волной и нулевой волной.
После перерыва мы с вами запишем напряженность поля для второй и так далее, скажем, катой волны. Ну и догадаемся, каким образом можно сложить эти напряженности для всех прошедших сквозь пластинку волн. А теперь давайте запишем напряженность светового поля для волны номер один, выразив через, соответственно, волну под номером 0. Это означает, что здесь стоит Е0. Отсюда убираем Е, Т1, 2. Так, Т2, 1. И Е в степени минус и фи. Остается R2, 1 в квадрате, то есть R большое. И Е в степени минус и фи большое. Ну а теперь, если внимательно посмотреть, что же происходит с волной 2, то можно заметить, что волна 2 формируется таким образом, что напряженность поля этой волны будет равна напряженности поля волны 1 и умножить на R на E в степени минус и фи. А это означает, что если я рассмотрю соответствующую катую волну, то для катой волны будет выглядеть следующим образом. Так, Е со шляпкой. Так, Т большое. Это Е0. Сейчас, одну минуточку. Давайте напишем так. Ну, понятно, что это и есть ЕК минус 1 умножить на R на Е в степени минус и фи. То есть возникает геометрическая, соответственно, прогрессия со знаменателем R большой умножен на E в степени минус и фи. Или же это можно так записать. Е0 умножить на R в степени К на E в степени минус и К фи большое. Ну а теперь давайте запишем, чему равняется напряженность электрического поля всей прошедшей волны. Для всей прошедшей волны это есть сумма по К от нуля до бесконечности. Будем считать, что пластинка настолько широкая, что практически все волны, которые проходят, нам удается с помощью прибора уловить. А дальше будет и стоять ЕК. Это означает, тут стоит, соответственно, Е0 на R на E в степени минус и фи, и все в степени К равняется. Е0, соответственно, не зависит от К. Я выношу за знак суммы и записываю, чему равняется Е0. Это есть Е умножить на Т на Е в степени минус и фи малое. Итак, напряженность поля падающей волны умножить на коэффициент пропускания по энергии и, соответственно, умножить на Е в степени минус и фи малое. А сумма этого ряда вы знаете. Это есть первый член этого ряда, деленный на единицу минус соответствующий знаменатель этого ряда. Первый член К равный нулю – это единица. Единица минус знаменатель этого ряда в данном случае R на E в степени минус и фи большое. Вот чему равняется напряженность. Но мы фиксируем не напряженность, а интенсивность. И, в общем-то, интересуясь интерференционной картиной, нас интересует интенсивность этой картины. Поэтому интенсивность прошедшей волны, которая, как видите, будет функцией F большое, разности фаз двух соседних волн, прошедших сквозь пластинку, будет равняться. Я напомню, что это 1/2 среднее значение от произведения. Надо взять комплексную форму представления напряженности прошедшей волны, умножить на комплексно сопряженное представление и взять среднее значение по времени разрешения прибора. Если сейчас я сюда подставлю полученное нами выражение, то в результате я получу
интенсивность падающей волны умножить на коэффициент пропускания по энергии в квадрате. E в степени минус и фи малая пропадет. А в знаменателе будет произведение. Единица минус r умножить на e в степени минус и фи большое. Надо умножить, соответственно, на единицу минус r на e в степени плюс и фи большое. А теперь несколько преобразуем полученное выражение к виду, который общепринят, так сказать, для анализа полученного результата. Для этого надо проделать несколько довольно простых, но важных операций. Во-первых, соответствующую интенсивность и квадрат коэффициента пропускания мы оставим в покое и посмотрим, чему равняется произведение этих скобок. Во-первых, здесь будет единица. Во-вторых, здесь будет плюс r в квадрате. В-третьих, здесь будет минус r на e в степени минус и фи. И еще раз минус r на e в степени и фи. Минус r я вынесу за скобку. Останется e в степени минус и фи плюс e в степени плюс и фи. Так это 2 косинуса фи. Поэтому появляется двойка и появляется косинус фи большое. Ну и еще одно преобразование сделаем. Хотя уже сейчас можно анализировать полученный результат, но оказывается, что его анализировать легче, если вместо косинуса фазы фи поставить выражение через синус фазы фи делить пополам. Ну а я напомню, что косинус фи, он равен единице минус 2 синус в квадрате фи пополам. Ну, откуда берется это соотношение? Потому что я далек от мысли, что вы помните это. Так же, как и далек от мысли, что я долго буду это помнить. Но зато, если помните, я вам советовал запомнить формулу. Косинус альфа плюс минус бета равняется косинус альфа на косинус бета минус плюс синус альфа на синус бета. Ну, а теперь смотрите, берем плюс, значит, косинус удвоенного угла. Здесь будет косинус в квадрате минус синус в квадрате. Вместо косинус в квадрате единица минус синус в квадрате. И получается вот это соотношение. То есть получается, что косинус фи действительно равняется единице минус 2 синус в квадрате фи. Ну вот теперь мы запишем то, что получилось. И если так можно сказать, то, что получилось, это канонический вид для интенсивности прошедших волн сквозь такую пластину. Итак, вместо косинуса поставляем сначала единицу, и будет единица минус r, все в квадрате. Затем будет плюс 4r синус в квадрате фи пополам. Мы получили одну из формул Эйри. Всего таких формул две. Одна формула для интенсивности прошедших волн, другая формула для интенсивности отраженных волн. Формула для интенсивности отраженных волн получается практически точно так же. Я бы посоветовал потренироваться вам и самим получить эту формулу. Я же приведу частный случай, который, как правило, реализуется и который нам будет интересен. Это случай следующий. Будем считать, что в этой пластинке нет поглощения световой волны. А это означает, что r плюс t равняется единице. То есть, другими словами, энергия никуда не девается. А если это так, то, во-первых, первая это формула Эйри для прошедших волн. Вместо t можно поставить так же, как в знаменателе единица минус r в квадрате. Ну а для интенсивности отраженных волн, которая в сумме с интенсивностью прошедших даст нам соответствующую интенсивность падающей волны,
сразу получим формулу, которую наряду с первой формулой Эйри подвергнем, так сказать, графическому анализу. Итак, интенсивность для отраженных волн равняется. Это будет интенсивность падающей волны. Знаменатель у него будет точно такой же, как и для прошедшей волны. Но числитель будет такой, как легко догадаться, 4r синус в квадрате фи пополам. Вот вторая формула Эйри для случая, когда не наблюдается поглощение света в этой пластинке. Ну а теперь давайте подвергнем анализу соответствующей зависимости. То есть по существу подвергнем анализу, соответственно, интерференционную картину. То есть зависимость интенсивности отраженных или прошедших волн в данном случае в зависимости от разности фаз F большое двух параллельно вышедших соседних или прошедших или отраженных волн. Так. Чтобы сэкономить время на рисование рисунков, я сразу же сошлюсь на сайт, откуда вы можете скачать или сканировать потом, это ваше, как говорится, дело, соответствующий рисунок. Итак, если построить зависимость интенсивности прошедшей волны в единицах интенсивности падающей волны, то есть, другими словами, поделить интенсивность прошедшей на i, и тогда останется единица минус r в квадрате, деленная на тот знаменатель, который написан на доске, то зависимость оказывается вот какой. Значит, зависимость имеет особенности, связанные с тем, что если разность фаз кратна 2π, то тогда наблюдается максимум интенсивности. Это означает, что в этом случае синус в квадрате равен единице, извините, равен нулю, и тогда t в квадрате на единице минус r в квадрате – это величина равная единице. Это первое. То есть, другими словами, есть такая разность фаз, при которой полностью волна проходит, ничего не отражается. Теперь найдем минимум соответствующий. Когда будет минимум? Ну, будет тогда, когда синус в квадрате фи пополам равен единице. А это нечетное число, или лучше так скажем, это полуцелое число 2π. В этом случае у нас будет минимум, найти его тоже очень просто, прибавить 4r в случае в знаменателе, и та получится единица плюс r все в квадрате. То есть это отношение. Единица минус r, деленное на единица плюс r, все в квадрате. Это минимальное значение. Спрашивается, какое это значение, как его ощутить? Вот смотрите. Если взять соответствующий коэффициент отражения 0,5, то величина получается 1/9. А если взять 0,9, то получается величина, смотрите, 0,1 поделить примерно на 2, возвести все в квадрат, и получается, сейчас сообразим, доля процента. То есть, другими словами, соответствующая зависимость будет такая, что практически стелится, практически вдоль нуля, в той области пространства, которая не совпадает со значениями кратно 2π. То есть мы по существу, как видим, добьемся того, что соответствующая ширина, формула, для которой мы сейчас с вами получим, соответствующие полосы, светлые для прошедших волн, действительно уменьшается при неизменном расстоянии между интерференционными полосами. Теперь, что касается отраженных волн. Ну, достаточно взять из единицы, вычесть соответствующую зависимость для прошедших волн. Как мы получим? В случае, когда разность фаз кратна 2π, то получим 0. То есть вообще нет отраженной волны. Представляете, получается такая пластинка для соответствующего ряда частот, например, для определенных разностей фаз,
а соответствующая разность фаз зависит в том числе от длины волны, то получается, что для определенных длин волн эта пластинка просто прозрачна. А для других длин волн оказывается, что практически все отражается, но не проходит. То есть это прекрасный, может быть, частотный фильтр, который сегодня мы продемонстрируем, так сказать, в эксперименте. Ну и тут еще один рисунок, показывающий, как меняется форма интерферационной картины в случае, когда увеличивается соответствующий коэффициент отражения. Если коэффициент отражения маленький, скажем, близок к заметно меньше единицы, то обратите внимание, зависимость становится практически гармонической. То есть это тот самый случай, который мы до сих пор рассматривали, это интерференция двухволновая. И действительно, если посмотреть напряженности полей всех волн, то для отраженных волн, начиная со второй, соответствующая напряженность уменьшается пропорционально R большое, причем быстро. А для соответствующих прошедших, начиная с первой волны, то есть получается, что когда коэффициент отражения мал, то достаточно учесть две волны отраженные и одну волну прошедшую, и все. Вот это как раз и демонстрируется на этом по существу рисунке. Теперь давайте сообразим, чему равна функция видности для этих двух случаев. И введем новые физические величины. Итак, функция видности. Это пункт 6.2. Я напомню, что функция видности по определению это есть максимальное значение интенсивности минус минимальное значение интенсивности в данной области пространства, то есть это для соседних максимумов и минимумов, деленное на их сумму. А теперь посмотрим, чему же равна функция видности для наших двух случаев. Первый случай – это для прошедшей волны. А второй случай – для отраженной волны. Я не удержусь от того, что сначала напишу для отраженной, по той причине, что минимальная интенсивность в отраженной волне равна нулю. А в этом случае функция видности просто равна единице. Ну и, казалось бы, как здорово. Всегда равна единице. Прекрасная видность. Однако еще не факт, что надо выбрать именно отраженные волны. И сейчас мы попробуем понять, почему. Итак, для прошедших волн давайте выясним. Максимальное значение единица. Минимальное значение единица минус r. Деленное на единицу плюс r и все в квадрате. И деленное на единицу плюс единица минус r в квадрате. Деленное на единицу плюс r тоже в квадрате. Или это равняется вот чему. 2r деленное на единицу плюс r в квадрате. А теперь построим зависимость видности от коэффициента отражения по энергии. И смотрите, что получается. Коэффициент отражения по энергии меняется от нуля до единицы. В соответствии с определением видность интерференционной картины тоже меняется от нуля до единицы. Это видность. Значит, все изменения произойдут в вот этой области значения величин. Сначала строим видность для отраженной волны. И она оказалась действительно везде единица. А теперь строим в случае прошедшей волны. Ну, легко сообразить, что это будет монотонная зависимость. Вот такого характера. А теперь зададимся вопросом.
Какие коэффициенты отражения используются реально в эксперименте для многоволновой интерференции? Ответ. R из области значений 0,9 до 0,98. Ищем эти значения. И оказывается, что в этой области значений коэффициентов отражения соответствующая видность картины как для прошедших волн, так и для отраженных практически одинакова. Значит, невидность интерференционной картины, так сказать, позволяет принять решение, чем воспользоваться. А спрашивается, что? Давайте посчитаем, чему равняется ширина соответствующей интерференционной полосы. В качестве ширины мы введем в рассмотрение так называемую ширину наполовину высоты. Обозначим для прошедших волн дельта прошедших волн, и тогда соответствующее значение интенсивности при разности фаз равной m2π. m2π – это значение, при котором достигает максимум интенсивности, единица. Плюс-минус ширина, деленная пополам, это то, насколько мы отступили от максимума влево-вправо, должно равняться и в максимуме. То есть это будет и так, если это прошедшая волна, то это интенсивность падающей волны, деленная пополам. Ну а теперь подставим это выражение для формулу Эри, для прошедших волн. И посмотрим, что же мы с вами получим. Итак, я напомню, что там стоит интенсивность. В числителе стоит единица минус r, все в квадрате. В знаменателе минус r, опять же, все в квадрате. Плюс 4r. А дальше напомню, что тут стоит. Синус в квадрате фи пополам. Но у нас соответствующая фаза фи отклоняется от максимального своего значения, а от значения, это для интенсивности, а от значения синуса от нуля отклоняется на малую величину, дельта пополам. Если это так, то вместо синуса я могу поставить просто дельта пополам. Вот я и ставлю дельта для прошедших волн пополам, да еще не забыть возвести в квадрате. И там стоит фи пополам, значит, еще раз пополам. И все должно равняться и 1/2. Решаем это уравнение по отношению к дельта. Домножаем на 2, переносим из знаменателя в числитель в правую сторону, сокращаем на e и получаем следующее. Единица минус r все в квадрате равняется. Возводим это в квадрате. Тут 16, значит, будет r на 4 на дельта в квадрате для прошедших волн. И отсюда сразу же находим выражение для ширины интерференционной полосы. Это есть 2 на единице минус r поделить на корень квадратный из r. Вот чему равна ширина интерференционной полосы. А теперь обратите внимание, если я r устремлю к единице, то есть я буду подбирать соответствующие условия, при которых коэффициент отражения все больше и больше, тогда ширина будет стремиться к нулю. Теперь посмотрим, что происходит с шириной полосы для отраженных волн. Ну, легко сообразить, что для отраженных волн эта величина равна просто 2π минус ширина для прошедших волн. То есть, другими словами, стремиться это будет к значению 2π при r, стремящемся к единице.
То есть получается, для отраженных волн я буду видеть широкие полосы светлые с узкими темными полосами. А для прошедших волн яркие, очень светлые узкие полосы на темном фоне. Ну и понятно, что зарегистрировать положение соответствующих полос гораздо проще в случае, когда у нас волна прошедшая. Именно поэтому в соответствующих спектрометрах многоволновых используются прошедшие, а не отраженные волны. Введем еще одну физическую величину, которая характеризует резкость интерференционной картины. Она так называется – резкость. Обозначения совершенно разные, но в большинстве книг обозначают F большое. Итак, резкость для прошедшей волны. Вообще, по определению, это есть отношение. Расстояние между интерференционными полосами, а в данном случае это 2π, деленное на ширину соответствующей полосы. И тогда мы получим 2π поделить на дельта для прошедших полос. И получаем следующее. Так, π умножить на корень из r, деленное на единицу минус r. Посмотрим, к чему стремится резкость при r, стремящемся к единице. Ну, видно, что резкость стремится к бесконечности. То есть, другими словами, по сравнению с расстоянием между полосами, соответствующая ширина стремится к нулю. А это означает, что зафиксировать малейшее изменение положения этих полос оказывается довольно просто. Что произойдет с резкостью для отраженных волн? Это тоже есть отношение расстояния между полосами, но на соответствующую ширину для отраженных волн. Но ширина для отраженных волн – это есть 2π поделить ширина для прошедших волн. А это означает, в свою очередь, что при r, стремящемся к единице, дельта стремится к нулю и резкость стремится к единице. Теперь сделаем оценку. Спрашивается, какие величины, какие численные значения принимает резкость в обычной ситуации для прошедших волн. Ну, например, для L равное 0,9. Итак, примерно равняется, давайте посчитаем. Пи это примерно 3,14, корень квадратный из 0,9, а в знаменателе 0,1. Это все примерно равняется 30. То есть получается, что при коэффициенте отражения 0,9, это обычная ситуация для тех веществ, которые используются в этих спектрометрах, то ширина полосы в 30 раз меньше, чем расстояние до соседней полосы. А если я возьму случай, когда r равняется 0,98, это в хороших многоволновых интерферометрах, то получим следующее. 3,14 на корень квадратный из 0,98 и поделить надо на 0,02. Примерно это равняется 156. То есть получается на два порядка ширина светлой полосы меньше, чем расстояние до следующей такой же светлой полосы. Что очень хорошо, для, как я уже сказал, для реальных на интерферометрах. Ну вот, что я хотел рассказать про многоволновую интерференцию. Эта многоволновая интерференция, как я уже говорил, можно использовать в качестве фильтров. Вот давайте сделаем соответствующие оценки и представление о том, как это можно использовать. Понятно, что если я использую соответствующую пластинку для случая многоволновой интерференции, то тогда условие, которому должен удовлетворить интервал частот или интервал длин волн излучения, он следующий. Отклонение разности фаз от своего максимального значения
должно быть меньше или равняется. Ну, во всяком случае, ширина этой полосы, в данном случае для прошедших волн, деленная пополам. Ну, сейчас сообразим. Ну, можно пополам, можно и без половины. Тут важен порядок величины. Порядка ширины. Ну, а теперь давайте рассуждать будем. Сначала вспомним, чему равняется разность фаз. Это есть 4πd поделить на лямбда умножить на косинус тетта. И замечаем, что f и лямбда связаны обратно пропорционально при постоянной толщине пластинки и при постоянном угле наклона, под которым падает волна. Затем можно вспомнить, чему равняется частота. Частота есть 2πν или 2π поделить на период. Если домножена скорость, получается 2π на лямбда и получается скорость. И тогда получается так, что частота обратно пропорциональна лямбда, или же разность фаз пропорциональна частоте. Но если это так, и если соответствующие отклонения малы, а они действительно малы, потому что по обычной ситуации соответствующая ширина, так сказать, интерференционной линии по отношению к расстоянию до следующего максимума величина маленькая, резкость достигает, как видите, десятка и пару десятков величин, то тогда можно записать следующее. Дельта лямбда, деленная на лямбда, которая соответствует максимуму интенсивности, ну или характерной длине волны, которую пропускает соответствующий фильтр, примерно с той точностью, с которой дельта лямбда гораздо меньше, чем лямбда максимум, равняется дельта омега делить на омега максимум, и с той же точностью равняется дельта фи, деленное на фи максимум. Но дельта фи по порядку величины, это есть как раз ширина соответствующей линии. А максимум это есть 2π умножить на m. Теперь посмотрим, что же это за величины. Вспоминаю, 2π поделить на дельта, так это же не что иное, как резкость. Это означает, что отношение, которое мы с вами записали, равняется единице делить на m и на соответствующую резкость для, в данном случае, прошедших волн. Это означает, что ширина, соответствует или интервал длин волн, который пропускается данным фильтром, можно представить в виде единицы поделить на m на f резкость для случая пропускания, умножить на характерную длину волну, соответствующую максимуму интенсивности. Или что то же самое можно записать для интервала частот. Единица поделить на m на резкость интерференционной картины и на характерную частоту. А теперь вспоминаем наши оценки. Чему равняется резкость? Резкость у нас, как видите, равнялась 30 в случае R0,9 или 156 в случае 0,98. Да еще порядок интерференции может быть не первый. Это зависит от толщины пластинки и от того, под каким углом я освещаю эту пластинку. Чем толще пластинка, тем больше m. Так вы представляете, какая узкая спектральная полоса вырезается с помощью такого частотного фильтра, в которой используется многоволновая интерференция. Ну и теперь я еще обращу ваше внимание на одну особенность этих так называемых интерференционных фильтров, которую мы продемонстрируем сегодня на опыте. Особенность заключается в следующем. Итак, к чему равняется f? Я напомню. 4πd поделить на лямбда на косинус тетта. И условие наблюдения максимальной интенсивности – это есть m2π. А теперь смотрите. Беру пластинку определенной толщины,
значит, D-константа, беру соответствующее характерное излучение, которое я анализирую, наблюдаю за соответствующим максимумом интенсивности. Это означает, что вот эта величина тоже константа. И варьирую угол падения. Вот угол падения был такой. Тета равняется нулю, значит, тета тоже равнялась нулю. Здесь была единица. А теперь я увеличиваю угол. Если тета увеличивается, косинус уменьшается, вся величина постоянная, потому что слежу за максимумом интенсивности, значит, лямбда будет уменьшаться, значит, частота будет увеличиваться. То есть я могу использовать конкретный частотный фильтр таким образом. Поставлю перпендикулярно пучку, будет одна характерная частота пропускания. Стоит мне только повернуть на какой-то угол, как характерная частота пропускания увеличится. Вот это мы сейчас с вами и увидим. Юрий Лазаревич, давайте продемонстрируем. Итак, здесь, как видите, источник по существу белого света, который с помощью призмы мы раскладываем в спектр. А теперь ставим соответствующий фильтр. И, как видите, вырезали существенно, так сказать, малую часть этого спектра. А теперь внимательно наблюдайте за положением этого максимума и за цветом соответствующего излучения, которое на стенке. Поворачиваем. Вы видите, смещается влево, и эта зеленая полоса начинает синеть. А теперь уберем. Другими словами, картинка смещается справа налево в область более высоких частот. По существу это и есть доказательство, что перед нами есть интерференционный фильтр. А теперь смотрите второй фильтр, который соответствует желтому диапазону. Поворачиваем, и все зеленеет. То есть тот же самый эффект. Причем, Юрий Лазаревич, повернем в другую сторону. А эффект тот же самый. То есть неважно, плюс дельта тета, минус дельта тета, любой из этих поворотов приводит к одному и тому же эффекту. Все, спасибо. Ну вот что мне хотелось рассказать вам про интерференционный фильтр. Теперь, что касается реализации многоволновой интерференции. Вообще-то существует два типичных или характерных варианта реализации. Первый из них – это так называемая интерферометр Фабри-Перо, а второй – пластинка Люмера-Герки. Ну, понятно, что есть и другие реализации, но они, так сказать, имеют чисто академический характер и используются только в научных исследованиях. А эти используются при анализе соответствующих излучений. Что из себя представляет интерферометр Фабри-Перо? Две пластинки, причем не плоско параллельные, такие, что внутренние поверхности покрыты хорошо отражающим слоем. Внешние, как видите, скошены специально, чтобы волны, которые отражаются от этих внешних поверхностей, уходили из области рабочей. Ну а дальше все становится понятным. Если эти внутренние поверхности поставлены строго параллельно, то тогда они образуют вот такой вот воздушный клин, плоско-параллельный. И тогда возникает соответствующая полоса равного наклона. Если излучение несколько расходящееся, то я на экране в соответствующей фокальной плоскости линзы буду наблюдать соответствующие круги большой интенсивности и малой интенсивности. Здесь вы прочтете на сайте более подробное описание работы этого интерферометра, так же, как пластинки Люмера-Герки. А сейчас мы с вами увидим и продемонстрируем так называемый эталон Фабри-Перо. Идея заключается в том, что в интерферометре управляется расстояние между пластинами. Меняя это расстояние, мы меняем на соответствующую разность фаз лучей, которые идут в определенном направлении, и мы видим, как меняется интерференционная картина, и можно управлять этой картиной. В эталоне Фабри-Перо эти две поверхности жестко связаны между собой с помощью соответствующих колец, которые практически имеют нулевой коэффициент теплового расширения, так называемые инварные кольца. И вот мы сейчас, во-первых, покажем
Покажем интерфекционную картину от этого эталона Фабри Перо. Вот эта картина, та, которую я вам обещал. То есть концентрические кольца с последовательными, с последовательным расположением интенсивных и малоинтенсивных колец по счету темных полос и светлых полос. А теперь посмотрите, какая гигантская чувствительность в соответствующей картине. То, что сейчас Юрий Лазаревич будет делать, он просто с помощью груши изменит очень мало плотность вот этого воздуха, который находится между двумя параллельными поверхностями. И вот посмотрите, вот это малое изменение плотности приводит вот к такому колоссальному совершенно изменению интерфекционной картины. То есть это позволяет вообще-то изучать, причем численно, и совершенно малые эффекты, которые наблюдаются с помощью интерферометра Фабри-Перо. Все, спасибо. Ну, коль скоро есть немного времени до звонка, буквально, видимо, полминуты, пару слов для пластинки Люмера-Герки. Как видите, тоже здесь прошедшие лучи интерферируют. Здесь от 10 до 15 этих лучей интерферирует. Особенность заключается в том, что исходный пучок вводится под таким углом, чтобы угол преломления внутри пластины был близок, несколько меньше, чем угол, при котором будет наблюдаться полное внутреннее отражение. Это означает, что коэффициент отражения от поверхности будет очень большой, близок к единице. Вот благодаря этому и создается вот этот эффект выхода большого числа пучков света из этой пластины. Ну а соответствующие характеристики, они следуют непосредственно из выражений, которые здесь представлены, ну и характерных значений соответствующих пластинки Люмера-Герки. Опять же, описание более подробное найдете на сайте. На этом все, что касается интерференции, мы заканчиваем. Следующая лекция начнется с того, что мы продемонстрируем явление дифракции и займемся рассмотрением явления дифракции с помощью так называемых дифракционных интегралов, ну и соответствующих, так сказать, методов анализа дифракционных картин. А на сегодня все. Всего вам хорошего и до свидания.